Специалисты трех подразделений МЧС России продолжают дезинфицировать общественные места и социальные объекты в республике. Такая обработка проводится и в Карабудахкенском районе. Подразделение, состоящее из 8 человек, проводит дезинфекцию парогенератором, проходя по улицам, тротуарам, возможно, местам массового скопления людей. В обязательном порядке обрабатываются больницы и административные здания. Подобное обеззараживание специалисты Ногинского, Донского и Волжского спасательных центров МЧС проведут во всех городах и районах Дагестана.